Ну что, волшебные ворота. Ну, смотрите, когда что-либо находится в разгаре, ну ты знаешь, что это вот-вот кончится, то опять же, еще грустнее. Ну вот лето в разгаре, но ты же умом-то понимаешь своим, что уже твою мать завтра 27 июля. Блин. Ну радует то, что в июле 31 день. Но пугает, что сейчас адская жара будет в Поволжье в моем. И у меня как бы есть возможность до 5 августа завершить всякие делишки в Москве. Я думаю, что как раз, наверное, разумнее будет туда явиться, когда вот эта адская жара уйдет. Потому что ад плюс адская жара, все это, знаете, как говорится, не всякое наложение есть хорошо. Совершенно не всякое. Иногда происходит такое наложение, что опять же ищешь, если твоя собственная мама не хочет тебя родить обратно, то ищешь какую-нибудь владелицу вульвы, которая бы тебя родила обратно. Вот и все. Вот до чего, как говорится, можно дойти. Ладно, ничего. Как учит старшая Эдда, пусть крыша из прутьев и две лишь козы, но это твое. Ты здесь как бы живешь, ты здесь находишься на какой-то почве. Ладно, чуть-чуть замедлимся. Сейчас вот у ворот Стивена Кинга. Это одни из наших ворот Стивена Кинга. Там еще при выходе к прудам есть еще одни. И сейчас позвоним, что подъезжаем. И, как говорится, дальше мы уже будем вести репортажики с нашей исследовательской станции. Вот так.